За год до чемпионата мира в 2018-м пройдет чемпионат России по боксу. На нем и будут определены спортсмены, которые представят страну на международном уровне. Мы с радостью восприняли ту новость, что чемпионат мира будет проходить в городе Сочи. И со своей стороны, конечно же, берем на себя повышенные обязательства в части подготовки к этому важному для всей нашей страны мероприятию. Благодаря тому, что город Сочи принимает чемпионат мира по боксу, уже сейчас у нас очень активно начинает развиваться этот вид спорта. Определяться с участниками сборной, готовить ее к боям с зарубежными соперниками необходимо уже сейчас. В Сочи есть перспективные боксеры, которые могут попасть на чемпионат мира. Мы начинаем собирать команду для того, чтобы провести в первую очередь чемпионат страны, а потом чемпионат мира, который пройдет здесь, в Сочи, в 2019 году. Для того, чтобы собрать это все команду, это сложный вопрос. Соберется весь мир, и нам надо, как говорится, не ударить лицом в грязь и быть на первом месте. Мы будем к этому стремиться. Мы хотим, чтобы наши спортсмены боксировали на турнире как российского уровня, так и впоследствии защищали честь нашей страны, Российской Федерации, на предстоящем чемпионате мира, который должен проходить и будет проходить в городе Сочи. Тем более для проведения чемпионата мира в городе Сочи у нас уже есть большое, огромное наследие после Олимпийской 2014 года. К слову, в Сочи сильный и женский состав. Только в третьей спортшколе по боксу три члена сборной России, победители чемпионатов Южного федерального округа и первенства страны.